Он офицер Комитета госбезопасности, и я начинал свою службу в Комитете госбезопасности, 27-я бригада Комитета госбезопасности, и, конечно, я считаю его своим начальником, своим руководителем, потому что все-таки мы пересекались в тех временах. И, знаешь, он и стратег, он и тактик. И что касается Владимира Владимировича, ты понимаешь, все-таки, вот обрати внимание, никогда за свою историю, за свое правление, никогда ты от него не слышал плохого слова в любой адрес. Недругов, врагов, где тех людей, на которых мне бы, с моей стороны, хотелось бы их просто порвать, разорвать, облить их трехэтажным там, словесным поносом и прочее. Это человек с большой буквы, это очень четкий психолог, это четкий, и самое главное, что он офицер. Офицер – это человек, который с достоинством и честью несет свою сущность. Сущность не только свою, своей семьи, но ты представляешь, ему надо нести эту сущность, это величие, это могущество за всю страну. Тяжело, поверь мне, тяжело. Я в политике более там, 10 лет, я приобрел огромное количество врагов. Огромное количество недругов, но я и могу похвастаться, что практически за ту же историю, за те же 2-3-4 года последних, я смог договориться, я с ними опять пошел на мировую, у нас какие-то появились общие понятия, знаешь, как пришли к консенсусу, то же самое и здесь. Дай бог ему здоровья, потому что на данный момент великолепная команда в лице министра обороны, министра внутренних дел, да, Рогозина, эта команда, в них хочется верить.